Нэгдсэн Хүмүүс Монголчууд эсвэл Оросын Холбооны Улсын Нийслэл Москва хотод одоо үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Гаруй хонцлоо. Дэлхийд даяар коронавирус гэж актер юм одоо эсвэлж байх шиг байна. За өнөөдөр анхудаага Солонгост одоо Монголын нэг иргэн одоо энэ заваа юм дуссан одоо муу мэдээ сонссон. Цагаан сар болж байна. Өнөөдөр шиний хоёрын. Тэгээ өнөөдөр би халимгийн одоо засгийн газрын орлогч ерөнхий сайдын орлогч мөн одоо Москва хотдох төлөөлөгч Санжи Сангаджи одоо Андреевич та уулзах байна. Я вступление на монгольском. Я понял, немножко. Понимаешь, да? Чуть-чуть. Не надо переводить. Я сказал, что ты очень красивый и так далее. Поняли, да? Сегодня вообще вот такой период, вот коронавирус очень сильно уверенно шагает по миру, да. Еще сегодня утром я получил известие очень неприятное, вот заболел первый монгол. Он был в Корее, он заразился не в Монголии, а в Корее. Ну первый монгол это уже что-то вот, да. Сегодня весь мир... Все монголы мира празднуют Цагаалдан, Цагансар. Уже шиней хайрин, это второй день Цагансар. Празднества везде идут. Здесь вроде бы все свободно. Вы концерты устраиваете, Цагаалдан, праздничные организации. Сегодня в Кремле вообще празднество Цагансар проводится и так далее. Монголии пока нет. Но у нас введено чрезвычайное положение. Мы закрыли границу с Китаем, Южной Кореей, Японией, вот с теми, где вот все это бушует. Мы остановили полностью авиаперевозки, сообщения с Китаем, с Кореей, Японией закрыли тоже на сегодняшнее утро. Между городами по всей Монголии движение автомашин закрыли. В столице Улан-Батора мы закрыли общественный транспорт полностью. Вот такая ситуация. А в Москве мы как будто ничего не было. Живем нормальной жизнью. Монголы празднуют. И еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вас с Цагаалганом. Вас также. Угу. Сайхан гарво. За сарчина сайхан гарв оо гэж за халимгаар таруу ордер ярьж байна. Да ингээд давайте сначала вот разберемся с именем Тарбаев Сангаджи Андреевич. Как тебя друзья зовут? Друзья по-разному называют. У меня друзья разных национальностей. Да. Вот в калмыки, по-калмыцки, это звучит Тарбан Сангаджи. Тарбан Сангаджи. Хорошо. Вы очень молодой. Или просто уже возраст не тот, но очень молодо выглядите. Может быть. Мне 37 лет. Значит, молодой. Нормально. Еще молодой. Но почему такой высокий чины? Вот заместитель председателя правительства, представитель. Вообще, представляете всю Калмыкию, вот такой крупный город в Москве? Не только в Москве, за пределами республики. За пределами... Это при президенте республики. Мне надо очки. Да. Вообще представляете Калмыкию за пределами, да? Да. Приедете в Америку, там будете представлять. Приедете в Монголию, там... Ну, при президенте России. То есть это за пределами республики, но на территории России. На территории. Да. Знаешь, Бурятии, в Туве, в этой Да, везде представляю Калмыкию. Приехали в Саратов или в Санкт-Петербург, да? Так понял. Молодой. И почему... Такой высокий плащ. Ну, так сложилось исторически. Я в Москве живу 20 лет уже. Последние 20 лет. Я сюда приехал учиться. 17 лет. 17 лет учился, приехал. Приехал и остался. За это время у нас в республике было много руководителей. Они были разного возраста. Были возрастные, были молодые. Вот. И в прошлом году руководителем Калмыкии стал Бату Хасиков. Это вот мой друг. И, соответственно, он поменял полностью кабинет министров. Он сам молодой.
Тоже молодой, да? Он старше меня на 2 или 3 года. Вот, он сейчас глава Калмыкии. Поменял кабинет министров, полностью команду. И постпредство в Москве нужно было кому-то заниматься этим делом. У меня большой опыт был именно взаимодействие с калмыками за пределами. Ну, тоже 3-й месяц всего лишь я на самом деле работаю. Так что пока еще. Вот позавчера или перед тем, вот, когда у вас было открытие выставки, я встретился с вами и с вашим главой республики. Вы обе очень молодо выглядели. Не только молодо, но и очень спортивно. Или даже артистично, да? Вот это у меня осталось. А ваш глава спортсмен же, да? Глава у нас, да, спортсмен. Он в Калмыкии считается легендой спорта, потому что он выступал очень много лет. По кикбоксингу выступал. Был абсолютным чемпионом мира. Те, кто следят за спортом, наверняка знают Бату, Батухан. Вот так он выступал в ринге. После своей карьеры он уже начал заниматься политикой. Вот после того, как Путин стал главой России, очень модно стало, чтобы спортсмены становились у руля в стране. Вот, в Монголии тоже у нас борец. У вас кикбоксинг, да? И так далее, и так далее, да? Но мне кажется, это тоже свое имеет, потому что то, что вот наш глава и российский глава, они спортсмены, у них у спортсменов тоже свой менталитет. А то, что они на одном своем этом разговоре тоже оказывают хорошее влияние, сотрудничество между странами и народами, да? Я не думаю, что они только спортсмены. У них еще есть образование, конечно, есть еще опыт, жизненный опыт. Поэтому вот наш президент, президент России, он, как вы знаете, был офицером спецслужб. Да, поэтому да. Для него, наверное, все-таки его, если характеризовать, можно говорить сначала, что он офицер, ну, соответственно, спортсмен, юрист, да, политик. А я наш думаю, президент? Ваш тоже президент. Ну, он закончил техникум. Больше ничего нет. Наверняка есть другой жизненный опыт, конечно, который конечно позволяет ему быть президентом. Вот, наш глава тоже, он, нельзя говорить, что он только спортсмен, он, у него еще есть образование, он по образованию тоже юрист, он занимался муниципальным управлением, он работал на федеральном уровне, занимался молодежью в России. У него очень большая, скажем так, сеть контактов, знакомств, поэтому... Здесь, я думаю, что, безусловно, спорт, он влияет на характер человека, влияет на принципы, но характером и принципом управлять невозможно. Да. Нужно еще знание, образование, команда, опыт. Да, опыт. А у вас какое образование? Я закончил университет Дружбы народов. Я дипломат по образованию, специалист в Арабском Востоке. Я переводчик с арабского на английский язык. Учился в Египте, учился в Сирии. Заканчивал еще здесь несколько разных курсов. Там в арабщине, в арабском очень много диалектов, да? Да. Всех. У меня сирийско, ливанское, палестинское, иорданский диалект. Вот. Я занимался, в общем-то, мое образование — это международное гуманитарное образование. Вот. Но после университета я занимался бизнесом. Мое направление — медийный бизнес. Это интернет, телевидение, кино. Вот. Я создавал продукты всевозможные, работал с аудиторией. В последнее время работал и здесь, в России, в том числе и в таком секторе, как политтехнологии, называется, GR. И, соответственно, вот с этой, скажем так, с этой сферы, ну, в общем-то, перешел работать сюда. Большой разницы я пока не вижу. Вы очень близко держались с политиков, оказывали близко им содействие. Да. Как только выборы, вы зарабатывали много. Да. Нет выборов, поменьше зарабатываете. В России выборы каждый год. Да? Те или иные районы? У нас 85 регионов. Регионов, да. И каждый сентябрь у нас единый день голосования называется. И каждый сентябрь проходят выборы. У нас в этом году тоже выборы в парламент.
Вот в это время должен был я много-много зарабатывать, но из-за вируса бежал в Москву. Ну, Россия же федерация. В каждом регионе есть свой парламент, в каждом регионе есть свой глава, поэтому выборы идут круглый год. Значит, вы сможете из любого комка сделать вот такую статую, да? Ну, не из любого и не такую, но попытаться можно. Да. Хорошо. Наш проект называется «Nomadic Geography». Это номадическая география. Мы сродни или схожи с русским географическим обществом. Я очень рад тому, что в этот приезд мы встретились с исторической таким значимым организацией, да, при Николае II в 1845 году образовалась эта институция. Мы очень много знаем. 1945 это Николай I, скорее всего. А, да. И мы о своей прошлой, о Монголии знаем благодаря, например, русскому географическому обществу, потому что они посылали к нам много ученых, много исследователей, много географов, да, вот таких знаменитых там, как Рерих, Козлов, Потанин, Морозов, вот такие. И благодаря им мы знаем очень много о себе вот, в предыдущем. И я очень рад, что вот наш проект начинает работать с этим уважаемой организацией. Мы уже в следующем году реализуем 2 совместных экспедиции, в один на монгольской территории и на один на российской территории. Но у нас они географически с той стороны изучают, а для нас это главный герой — это человек. Какой бы он ни был важный начальник или инициатор проекта и так далее, но за ним всегда человек. Поэтому сегодня вы у меня как герой в данный момент. Да? Это и приятно. Монголы, тебя все равно все узнали, потому что мы в Монголии вот, ну, почти 80% или 70% населения говорит по-русски. Мы очень увлечены и любим смотреть российские телеканалы, и в том числе КВН, это обязательно. Да? И поэтому главного КВНщика Санчи. Как на КВН тебя называют? Сангаджи. Сангаджи. Ага. Сангаджи все мы знаем. Но как там скачет, прыгает, там анекдоты, тыр-тыр, и это ловкость ума, и быстрость, и это все знают. Но кто ты за личность? Где родился? Вот с этого можно начать? Расскажите немного о себе. Я простой калмыцкий мальчик, который родился в Калмыкии. Мама у меня казашка, папа калмык. Мы тургуды. И всю жизнь я рос с пониманием того, что я калмык. Что где-то далеко есть наши братья, такие же, как мы, только монголы, буряты, тувинцы. И для меня мир долгое время был исключительно вот таким азиатским. Вот. Но потом со временем начал расти, понимать, что я живу в стране, в которой живут другие национальности. Кавказ рядом появился, русские появились рядом. Мир был интересным. Я смотрел на него и понимал, что я хочу большего, хочу дальше. Дальше Калмыкии хочу развиваться. Вот. И поэтому уже в школе мечтал поехать учиться в Москву. Потому что Москва для меня это был город, который мне позволил бы расти дальше, узнавать новые какие-то вещи. Не Европа, не Америка, не Москва. Ну, Америка, я ездил в Америку, когда учился в школе, мне очень понравилось. Но для мальчика, который вырос в Листе, Москва — это уже звездный космос. Это больше, чем Нью-Йорк, больше, чем Париж. Это вообще больше, чем что-либо. Вообще для калмыков, в принципе, первый пункт, на котором они останавливаются, это ближайшие российские города: Волгоград, Астрахань, Ростов. Это первый этап. Второй этап — это уже Москва, Санкт-Петербург.
Дальше много этапов у калмыков есть. Есть в Франции много калмыков, в США есть много калмыков. Но на каждом этапе кто-то где-то закрепляется, да, в зависимости от успеха или неуспеха. А так мы кочуем, мы продолжаем кочевать. Кто ваши родители по специальности? Отец у меня инженер. Инженер. Механизатор. Механизатор. Да. Инженер-механизатор – это в сельском хозяйстве, да? Да, он закончил сельскохозяйственный институт в Саратове. Мама строитель по образованию, тоже в Саратове училась. Они там познакомились. А, там в Судинске. Вот. Да. Там познакомились. Потом отец привез маму в Калмыкию. Там она замуж вышла. Я родился. А, там познакомились, а замуж уже в Калмыкии. Ну, он ездил в Казахстан, просил руку. Да. А потом они ездили в Калмыкию. Две свадьбы, наверное. Вот, но... Они студентами были, причем студентами бедными. Я думаю, что была одна студенческая свадьба где-нибудь в Саратове. У казахской семьи заполучить девушку это очень больших стоит. Маму не отдавали. Не отдавали. У казахов калмыкам есть определенный стереотип. Вот, калмыки для казахов это джунгары. Да. Вот, и они... У них даже есть у казахов вот, в определенных областях есть даже такая пословица, что если девочки говорят, если будешь себя плохо вести, тебя калмык заберет. Значит, ваша мама плохо вела себя. Ну, может быть. Но вот так или иначе, отца, маму не отдавали замуж за отца. Отец первый год поехал, ему не отдали. Второй год, за год выучил казахский язык. Поехал опять в Казахстан, на казахском языке попросил отдать замуж, отдали. Очень старался, да? Очень значит забил. Вас сколько от родителей? Много их? Детей. Детей, да. Я и сестра. Сестра. Сестра старшая? Младшая. Младшая, да? Она тоже КВНщица? Нет, она не КВНщица. Хотя работает в медиа тоже. Занимается экспортом российского кино. А значит, вы обе пошли именно в медовском направлении? Ну, так получилось. Хотя, ну, сестра училась в той же школе, что и я. Училась в том же университете, что и я. И, в принципе, она видела, чем я занимаюсь. Видимо, что-то из этого ей было интересно. Хотя она по образованию китаист. Она переводчик с китайского языка. Работала, жила в Китае тоже долгое время. Сейчас здесь в Москве. Я слышал, что вы еще когда учились в Калмыкии, то есть в общеобразовательной школе, были в Монголии. Сейчас я услышал, что вы были в Америке. А у вас что, вот ученики так просто все? Нет, не так просто. Я вот когда в Монголию ездил, я в детстве занимался, у нас был ансамбль калмыцкого танца, Герел назывался. И однажды пришло приглашение на вот в Монголию на фестиваль Найрамдал, лагерь Найрамдал, Ихнадым назывался. Вот. И туда собирали такую делегацию детей, и мне я посчастливилось туда попасть. Я причем и пел, и танцевал. И пел, и танцевали. Да, я даже песню, помню, выучил специально, чтобы там петь, и на монгольском языке было. Ну, можно услышать? Сейчас. Я поддержу. Хухтин сеткельшик цельмехен, монгол надмин тенгердор. Эвнерам дал дуэрен дуэрен, иннет байсал тадохан тадохан. Эвнерам дал дуэрен дуэрен, иннет байсал тадохан тадохан. Бон байра, бон байра, бон байра, байр хо. Правильно спел? Правильно, правильно. Правильно. Ага. Ну вот, вот эту песню я пел, мы готовились. И поэтому для меня поездка в Монголию, это было какое-то вот... Ну, счастье такое. Увидеть Монголию, увидеть Бурятию. Бурятию тоже увидел. Так. А подруги? Да. Мы в Бурятии еще коллективы забрали бурятские. И все вместе на поезде поехали в Монголию. А в Америку я попал, я выиграл олимпиаду по английскому языку. Учился когда в Голлисте. И всех победителей олимпиады. Программа была такая американская. Они приглашали. Можно было поехать туда на 2-3 недели поучиться английскому языку. Вот. Я учился хорошо просто поэтому. Ну вот, вы спортом занимались? Спортом занимался. Чем? Тэквондо. Тэквондо.
Знаешь, комсомолец, спортсмен, активист. Так получилось. У меня черный пояс по тэквондо, золотая медаль в школе. Скрипку, я музыкант-скрипач, красный диплом музыкальной школы. Ну вот, и вот университет, дружба народов. Так все совпало. Я очень рад и очень горжусь тобой. А вот сколько тебе было лет, когда вы приехали в Монголию? Это какой класс? 11-12, наверное. 11-12 лет? Да. Угу. Вот, что осталось здесь, в Монголии? Запах кожи. Кожа. Мы покупали сувениры. Угу. Я сумки клал, у меня из сумки запах кожи сырой. Угу. Приятный запах был. Такой горы. Новизны, наверное. Да, новизны. Горы. Угу. Много-много молодежи. Угу. Монгольские национальные одежды. Угу. Первая любовь? Нет, первая не была. Ну, мы маленькие были, какая первая любовь. Симпатия, может, была. Ну, симпатии, да? Не, ну красивые девочки там были. Да. Монголки были красивые. Да. А, ну мы. Я видел Сухебатора площадь. Это мы, там был концерт, гала-концерт в Улан-Баторе был. Я видел там площадь Сухебатора, вот этот вот памятник Сухебатору видел. Но не могу сказать, что много запомнилось. То есть я вот обрывки такие. Угу. Потом, это был 93-й год, там в Монголии были шоколадки, которых не было в Калмыкии. Там были напитки всякие, Кока-Кола, Фанта. Тоже не было в Калмыкии тогда еще. Для нас это было, ну, открытие, чудо. А наш мы пили пепси, а здесь пока лимонаду пили. Да, да. То есть для нас это было, там, жвачки были. Жвачки у нас тоже были, да. У нас 92-93 годы, это очень был такой кризисный момент. Советского Союза нету. Той поддержки от Кремля все нету. Ноль баланс. У нас даже было, не было денег заплатить учителям, врачам. Ну, это был международный фестиваль. Я думаю, что для этого международного фестиваля как-то все лучшее, что было в Монголии, привезли. Mm. Потому что, ну, я был, как маленький ребенок, очень сильно впечатлен. Mm. А от того, что ничего нету, мы все границы открыли, поэтому давно все и шло. Mm. Да? Mm. Mm-hmm. Ну, в 11-12 лет, когда ты уезжаешь далеко от дома, в окружении своих сверстников, больше ничего не надо. Все хорошо. Вот вы говорили, что вот я сначала был все время калмыком, что я калмыцкий человек, человек с коня. Потом я понял, что живу в такой стране, где много национальностей, что это... Но у вас сейчас вот то детское калмыцкое осталось. Ну, конечно. Можете вот так, я гордо заявить, что я калмык, да? Я не из тех калмыков, которые бьют себя в грудь и кричат, что я калмык. Угу. Это мой калмык живет внутри меня. Я его чувствую, я его знаю, что он там внутри. Я знаю, что до конца моих дней он будет там. Но никогда я не бьюсь в грудь и не кричу, я калмык или я монгол, потому что это все, на мой взгляд, реклама. Надо делать, а не говорить. Вы очень удачный КВНщик. Не только на КВН, но и везде. Там много очень талантливых людей, как и других национальностей, русских, многих же там. Я так думаю, у тебя свой талант, заложенный уже там в листе, там везде золото, на первом же были, да? Но чтобы таким быть удачным на КВН, вам помогло, чтобы калмыки, еще это лицо, то познание другого культуры, да? Ну, вообще, находясь в Москве, то, что ты не русский, это твой минус, и это твой плюс. Uh-huh. В зависимости от того, как ты это используешь. Если ты изначально закрываешься и считаешь себя вторым сортом, это минус. Uh-huh. Если ты используешь это как свое преимущество, как свою эксклюзивность, как свою загадочность и свою какую-то вот идентичность, то это плюс. Вот в моем случае
моя внешность, моя национальная принадлежность, она наоборот сработала в плюс. Она открыла очень многие двери. В моей команде, где было много разных национальностей, русские были, кавказцы были, африканцы были, арабы были. Были все краски, кроме азиатских красок. И вот как раз-таки я там занял вот эту позицию, которая закрывала вот этот азиатский мир. Со мной был еще товарищ из Бурятии. Мы вдвоем, два азиата у нас было. И то, что мы говорим хорошо по-русски, то, что мы понимаем, у нас было хорошее образование. У нас в чем фокус? В том, что мы выглядим как не русские, а говорим и образованные, и ведем себя не хуже русских. Лучше. Ну, где-то лучше, где-то на уровне, но не уступаем. Я когда пришел сюда учиться, я писал и диктанты, и русский язык, и литературу, и все не хуже, чем московские школьники. Пока вы не сказали, что там был еще и бурят, и я бы... На КВН тебя знаю. Один казах есть, да? С другой команды. Да, с другой команды. Да, вот, казахов много. У вас двоих я помню, а бурята не помню. Значит, ты лучше. Ну, просто, может быть, запомнился больше. Я в свое время был инициатором вот демократической революции. Я был руководителем студенческого движения в Монголии. Мы очень сильно участвовали вот именно. У нас эти, у вас перестройка называется, у нас это революция называется. Потому что мы именно делали с улицы, забастовками, митингами, мы все разрушили. Поэтому у нас считается это революцией. Нас задерживали за то, что мы на думающие и так далее. А потом, как президент Союза студентов Монголии, я начал организовывать всемирные монгольские мероприятия. Ну, такой молодой был, хотел то, что смог сделать в Монголии, чтобы тоже начинался в Бурятии, там, в других местах и так далее. Я приезжал, встречался со студентами калмыкими, бурятскими, да, и так далее, да. Я организовал всемирный фестиваль монголоязычных народов в Монголии, Бурятии, в Калмыкии, по Европе, в Америке, в Обезе ездил. На самый первый фестиваль приехали калмыцкая делегация в составе где-то 30-50 человек, я сейчас не помню. А калмыки, что у меня такое осталось, это какие красивые девушки, да? Какие красивые девушки. Там же с 13 стран собралось монголы, да? И наши монголки тоже считаются красивыми, свежими, да? Но когда мы увидели калмычек, это правда, да? Ну, мне сложно сказать, потому что это часть калмыцкого народа. Ага. Для меня наши девчонки, они красивые, я их с детства вижу. Но я думаю, что тут еще имеет значение историческое вот это вот происхождение. Да, смешение. Да. Калмыки шли от, можно сказать, от Джунгарии до Волги через много-много народов. Сейчас мы живем на Кавказе, можно сказать. У нас очень много кавказских народов. У нас были браки постоянные, да, с русскими, с казахами. Обновление крови. Я думаю, что это влияет. Угу. Хотя в Калмыкии все равно как бы пытаются держаться внутри себя. Но браки есть, и кровь обновляется. Кровь обновляется, люди становятся красивыми, люди становятся более такими интеллектуально. Может быть. Это и плюс, и минус опять. Потому что, с одной стороны, вроде как калмыки из-за того, что соприкасаются с другими национальностями, другими странами, они больше впитывают, культура становится богаче. Калмыцкие танцы видели наши? Да. Они же не похожи на монгольские. Они же вот, да, перемешаны. Такое ощущение, что часть кавказская, часть русская, часть восточная, часть монгольская, что-то вот среднее. Вот калмыки в целом, это как калмыцкие танцы. И с одной стороны, вроде как это хорошо, а с другой стороны, теряем, все больше и больше теряем вот эту вот идентичность с монгольским миром, с Востоком и так далее. Об этом у нас не знаю. Ваш папа говорят. Поехал в Саратов, взял в жены казашку, но родился калмык. Да. Одаренный, талантливый. Это плюс. Это воспитание. Воспитание.
Калмык может родиться даже в некалмыцкой семье. Я когда думаю, например, о калмыке, там, дедушки красивые, когда я вспомню калмыки, очень жарко. Летом, да. Да, летом я приезжал в Элисту, там, ну, в то время таких охладительных систем вообще не было. Да, да, там гостиницы, там на центральной площади такой, двухэтажный, что ли, в комнате холодильник. Я подкладывал кровать ближе к холодильнику, открывал и вот это... Чтобы прохладно было, да? Ну, голову в холодильнике и так спал. Бирюки вкусные, да? Береги, да. Да, береги вкусные. Да. Махан, да. Тур кушали. Да. Махан-мерця. Хорошо. Вы уже третий месяц провести калмыки. Ну, третий-четвертый вот уже. Третий-четвертый. За этот срок вам удалось что-то сделать вашу стратегию направления Монголии? Или... Ну, моя задача здесь – это выстраивать горизонтальные связи с калмыками, прежде всего, которые находятся за пределами республики. Mm-hmm. Сегодня из-за того, что в Калмыкии не очень хорошее время, социально-экономическое положение очень слабое. Mm-hmm. Многие калмыки уезжают из Элисты, из Калмыкии в поисках работы, в поисках лучшей жизни в Россию. Mm-hmm. И поэтому, по нашим оценкам, от 40 до 50 тысяч калмыков находятся за пределами республики. По России. По России, mm-hmm. да. И большая часть из них в Москве. И моя задача сегодня – это выстраивать отношения с ними, помогать им, если попадают в сложную ситуацию. Если праздники общие, то объединять всех. Mm-hmm. И в этом отношении я сделал определенную работу. Мы создали общественный совет, создали большую общественную организацию, пытаемся максимально... всех калмыков, которые находятся вот в Москве, охватить. Это первая задача сейчас – сплотить калмыков. Uh-huh. Дальше, когда мы выстроим систему, выстроим определенную вот уже дисциплину, мы поймем, что вот нас столько-то, мы вот это умеем, вот это у нас есть, среди нас есть специалисты, юристы, экономисты, банкиры и так далее. Когда мы поймем, кто мы здесь, за пределами Калмыкии, мы тогда сможем выстраивать отношения с другими нашими братскими народами для того, чтобы не просто на словах дружить, не просто вместе выпивать, а для того, чтобы делать какие-то общие дела. И чтобы мы со своей калмыцкой стороны всегда могли то, что мы говорим, делать. А, вы сказали, сейчас ситуация не очень такая вот в Калмыкии для людей. Наверное, от того, что нету рабочих мест, нету нормальных заработок, наверное, выезжает. Это искать более... В Москве очень много иногородных или работающих. Да, да. Очень много афоризмов там, вот, который двор чистит, это из Молдовы, это откуда? Вот основном. Ну, Средней Азии. Средней Азии, да? Азии, да. Ну, там эти ваши ребята все время над ними по чуть-чуть, там по телевидению подсказывают. Угу. Такой высокий, маленький, кто они? Высокий такой желтоватый, рыжий. А, ну это Comedy Club, да? Comedy Club, наша Раша называется. Да, Миша, да, Галустян, да. И Сергей Сергеев. Да, вот они, вот как квартиру обделывают. Гастарбайтеры, про гастарбайтеры. Да. Ситуация калмыками так же, да? Ну, калмыки редко выполняют вот такую работу. Угу. Калмыки в основном имеют хорошее образование. В основном хорошее образование. В основном хорошее образование. Поэтому у калмыков хороший русский язык. Русский язык, да, хороший. И калмыки россияне. Россияне. Поэтому это дает им возможность устраиваться на более-менее нормальную работу. Mm-hmm. Это дает возможность себя защищать. Потому что mm-hmm. они все понимают. Все слышат. Юридически более образованные. Юридически более образованные. То есть я бы не сказал, что... Хотя я не говорю, что эта работа плохая, любая работа хорошая, но mm-hmm. калмыки имеют возможность устраиваться на более высокооплачиваемую работу, хотя эта работа тоже не является самой лучшей. Очень многие калмычки сегодня здесь занимаются социальным, как сказать, социальной службой работают, за стариками следят, mm-hmm. ухаживают. И около 800 калмычек работают, вот здесь дом ветеранов есть такой, mm-hmm. там в основном калмычки работают. Не скажу, что это лучшая работа, но эта работа, по крайней мере, понятная.
Много калмыков работает. Но такие работы требуют очень такого специфичного. Это. Ну, да, не каждый сможет это сделать. Стрессоустойчивая должна быть. Потому что когда человек старый, за ним надо ухаживать, следить, убирать. Это не очень все просто. Калмыки сегодня работают здесь еще водителями. Очень много. Такси. Вот есть части калмыков. Очень много калмыков работают в офисах. Это юристы, экономисты, специалисты в разных вот офисных профессиях. Ну и, безусловно, есть калмыки, которые сегодня работают как предприниматели, частные предприниматели. Это связано не только с калмыцкими возможностями, с Калмыкией, а в целом с российскими возможностями. Многие из калмыков работают в общероссийских компаниях. Я их знаю, работают неплохо. Знаешь, в Калмыкии, я так понял, что не все так заброшено. Образовательная система там хорошая. Начиная с детского сада, среднее общеобразовательского и так далее. Потому что я понял, что вот калмыкам своим интеллектуальным больше работают, нежели... Образование в республике на хорошем уровне, пока еще на хорошем уровне. Наши монголы тоже во многих странах, очень многие там, тысячами. У нас в Южной Корее сейчас проживают, работают почти 60 тысяч. В Японии там более 20 тысяч. В Европе, не знаю, уже в Америке, да. Наш проект в течение 2 месяцев, там человек 15, это 3 команды, мы проехали всю территорию. И встречались, и собеседование, как и все изучали. Как же наши монголы? Ну, сначала они первый год это изучают язык. Здесь языковой барьеры нету. Потом начинают работать с самых таких вот на строительстве, мусор чистить и так далее, и так далее. И через год они быстро уходят наверх. И уже могу сказать, человек, который работает более года, начинает сразу руководить иностранными этими, там из Индонезии, Малайзии, Вьетнама, ну, весь этот. Ну, у монголов очень большой опыт по руководству. Руководили сколько веков. Да. Поэтому я думаю, что это в генах, уметь руководить, выстраивать работу. У меня вопрос к вам. Монголы считают калмыков своими монголами? Конечно. Вот на днях, вот у нас есть один проект Hero Entertainment, это студия. И наш проект, мы совместно делаем передачи о 100 топ монголов мира, да? И вчера, позавчера мы начали показывать по всем каналам Монголии калмыцким певце Цагандзам. Владимир Коруев. Ага. Вся Монголия сегодня дышит только им, тем, что он сказал. Очень многие пожилые люди со слезами. Они вот... мы как бы вот центр, или мы считаем себя центром монголов мира. Много монголов, почти 3 миллиона в Китае. Сюда мы считаем тувинцев монголами, бурятов, вот Забайкальский округ. Калмыков, наши бабушки, дедушки, самые далекие калмыки, как они там, самые вот такой... Мы калмыки, мы все тоже душой тянемся к Монголии. Вот у нас, когда идет разговор о Монголии или о монголах, это всегда для нас какие-то вот особые люди. И иногда нам кажется, что монголы нас считают уже не монголами, какими-то там обрусевшими там, и так далее. Да, мы, к сожалению, не очень хорошо говорим сейчас уже, но новое поколение говорит по-калмыцки все лучше и лучше. Но хочу просто, пользуясь случаем, вот вы же это будете показывать в Монголии, да, передать всем монголам, что калмыки по духу те же монголы, что и сами монголы. О, конечно. Конечно, спасибо, что ты сказал, но мы монголы, даже ты не сказал, но мы так и думали. Наше интервью будут показывать во внутренней Монголии, будут показывать в Казахстане, на родине вашей мамы. Монголия целую, по центральному телевидению и так далее. Поэтому ваши слова найдут, кто это послушает.
Вот я на чем остановился, вот монголы, если куда-то зашли вот уборщиками, то через некоторые время могут стать директорами этих предприятий. Вот они интеллектуально и физически, и во всем, мне кажется, лучше, чем многие. Поэтому вот вы сказали, вот хотите организовать, поддержать всех калмыков вот по Москве, по другим регионам и так далее, да? Если это вы хорошо сделаете, то им или они, наоборот, вас поднимут. Я надеюсь, что работа, которая будет проведена за пределами республики, поможет тому, что происходит в республике. Да. Поэтому сегодня помощь калмыки ждать можно только от самих калмыков. Мы должны надеяться только на свои силы. Так всегда было у калмыков. Да. Мы ждали всегда помощи, поддержки, эмоциональной помощи. Нам она приходила. Но прежде всего мы вдалеке там, от Монголии, всегда привыкли рассчитывать на свои силы. И в этот раз так же будет. Удачи. Спасибо. Скоро калмыки отмечают несколько таких дат. Празднования будут. Это что будет у вас? 10 марта будет в Кремле большой концерт в Москве. Столетие образования калмыцкой автономии. Ну, СССР когда образовалась. Вот в рамках СССР появилась Калмыцкая социалистическая автономная республика. Вот в этом году исполняется 100 лет. Вы раньше не праздновали этого? 100 лет не было раньше. Не, 95 тоже не было. 95 тоже не было. 90 лет тоже не праздновали. Нет. До сих пор не праздновали. Почему сейчас? Ну, круглая дата, 100 лет. Плюс ко всему сейчас по России, в принципе, все республики, которые когда-то вот, в советское время получили, вот это вот столетие, они все празднуют. И это какая-то вот программа большая федеральная. Ага. И, в общем-то, все укладывается в эту логику. Может быть, раньше запрещалось? Знаете, вот, если честно, я не совсем как бы до конца разделяю этот праздник. Несмотря на то, что я являюсь государственным сейчас чиновником. Почему? Потому что, когда мы говорим 100 лет образования калмыцкой автономии, мы таким образом сужаем возраст калмыцкой государственности. Потому что калмыки имеют государственность, начиная еще с 17-18 века, это на территории России. А если говорить про Джунгарию, то там можно начинать с 14-15 века. И в этом плане, конечно, 100 лет это не такой праздник, который вот... Но в рамках существующей федерации, в рамках России, конечно, ну, это праздник существенный. Значит. Но все равно это повод встретиться, поговорить. Для нас, для калмыков, каждый раз что-либо, что происходит за пределами Калмыкии, допустим, в Москве или на телевидении, это повод заявить о себе. Да. Мы еще живы. А нас еще надо помнить. Мы еще дышим. Так что вот, как бы, для нас это всегда повод заявить о Калмыкии. Я знаю очень многих людей, когда у них спрашиваешь, ты знаешь о калмыках? Конечно. Они же такие бравые, на конях, с саблями. Вот такое представление о калмыках, воинственные, храбрые, смелые, да? Такие резкие, да? Это о калмыках везде остался. Поэтому быть всегда уверенным. Всегда говорит... Не в полсловах. Это надо все делать, да? Ну, у нас история такая. У нас, если бы было по-другому, мы бы не выжили. У нас рядом Кавказ, если всех вместе посчитать, там 5 миллионов человек живет. Угу. На севере России, там больше 100 миллионов человек живет. Я помню. В Калмыкии всего 300 тысяч населения, там 290 с чем-то, а самих калмыков ну, 160 тысяч. И территория, которую мы занимаем, она одна из самых больших на Северном Кавказе и на Южном федеральном округе. То есть это, в принципе, несоизмеримо с количеством населения и количеством территории. Да. Поэтому тут сложно быть другими. И я не то, что горжусь этим, я просто отдаю дань. Но сегодня сила, она заключается не в бравости, не в том, что ты сидишь на лошади и можешь саблей рубить направо-налево. Сегодня сила заключается в том,
какое количество за тобой сделанных дел, какое количество людей тебя поддерживает? Но все равно без прошлого, без традиции, без истории не только завтрашнего, но и сегодняшнего сделать трудно. 100%. Тем более, вот если хочешь организовать всех этих наших калмыков везде, надо и это тоже говорить. Нет, вот об этом калмыки никогда не забывают. Да? Да. Калмыки всегда помнят и про прошлое свое, про все битвы, про все войны, про то, с кем воевали, кого побеждали и так далее. Это калмыки на каждом застолье помнят и знают. Однажды меня в интервью спросили, это было интервью, я давал российскому одному изданию, меня спросили, вот калмыков так мало, вы не боитесь, что они рано или поздно исчезнут? И что вот их поглотят народы, которые поблизости. Я тогда сказал в шутку, но в каждой шутке есть доля правды. Я сказал, знаете, калмыков мало, но хищников в природе никогда много не бывает. У журналистки глаза так расширились. Я говорю, я шучу, спокойно. Но в целом, могу сказать, что калмыки в этом плане, конечно, вот они вынуждены быть такими. Вокруг них такая не родная среда. Там даже буддистов рядом нет. Не то, что азиатов. Я помню, давно было, я раз приезжал в Листу, и там познакомился с монгольским парнем. Наверное, до сих пор там живет. Он женился на калмычке и живет в Листе. И там такое было неспокойное время, что вот там, кавказский вопрос был, там война была. Вот. У него там Рафик или там такой грузовой микроавтобус, что ли, был. Он ездил там, продавал на этой стороне там сигареты, там и русским вот. На обе фронта продал. И все знали, говорили. А, монголы. Не, ну для нас монголы тоже являются источником вот этой мужественности, потому что мы же тоже смотрим. Мы видим, вот особенно впечатляет, когда вот на праздниках у вас большое количество борцов, когда все полуголые, крепкие, здоровые парни. Смотришь, думаешь, вот какие монголы настоящие, крепкие, здоровые. Мы смотрим там сумо, там что же монголы выступают. Ну и вообще за монголами наблюдаем. То есть ваши победы на наши победы. Поэтому мы вашими победами тоже вдохновляемся. Да. Я просто к слову хотел бы добавить, что вот в Японии не сумеисты самые главные. Там самых таких звездных 10 балетных этих, как говорят? Танцоров. Самые 10 топ знаменитых японских балет-танцоров, 10 человек, да? Из них 6 монгольские парни. Я не знал. Я когда услышал, я у них брал интервью, я удивился, наверное, они закончили в Перми, да? Конечно, это русская школа. Приехал с ними встречаться, они просто закончили в Улан-Баторе и уже там стали самыми топовыми звездами. Без них вообще балет не ставится. Они намного-намного раз богаче, чем эти сумеисты живут. Ну, я не знал об этом. Я теперь поинтересуюсь. Да, очень интересно. Топ 10 из них 6 это монгольские парни. У нас я хотел сказать, что у нас в Улан-Баторе тоже много калмычек. Преподаватели живут и работают на русском, да, на русском языке. Сначала приезжали в Бурятии много. Вот. У нас же есть школы, где преподают русский язык. Угу. А сейчас в Монголии почему-то перестали изучать русский язык, и нехватка вот, учителей стала. Сначала бурятки приезжали, а сейчас калмыков, более 30 калмычки там преподают. Поэтому приглашаю вас в Монголию. Я вам покажу наши возможности. И наши монголы и в это время, когда, как вы говорите, что не очень ситуация в Калмыкии, в этом мире мы от сердца можем идти к вам на содействие, сотрудничество, на помощь. Поэтому вы там найдете своих друзей, своих соратников, решение многих-многих задач. Вы там своих калмычек найдете. Может быть, у них тоже свои вопросы есть, да? Поэтому желаю еще раз вам спасибо. Удачи. Вот
Очень, я так почувствовал, что у вас очень много вопросов, которых надо быстро-быстро решать. И фундаментально, и оперативно. Оперативно. Поэтому еще раз большое вам спасибо, что вы выделили время и дали интервью для нашего проекта. Спасибо вам, что интересуетесь нашей жизнью. А под конец можно вас попросить, вот вы спели монгольскую песню так, что вот вы, когда пели эту песню, вы сразу забыли, что вы такой большой начальник, и стали тем 11-12-летним ребенком, и вот так пели. Можно мне куплетик какой-нибудь калмыцкой песни спеть? Калмыцкой песни? Ага, кусочек. Ките богини усандане килиген уагацулава килиген уагацучиген килимштаджемесанегна кили Спасибо большое. Пожалуйста.